В этой братской могиле похоронено 60 горняков. Погибли они во время взрыва на шахте «Мушкетовская вертикальная». С тех пор мемориал ни разу не ремонтировали. Ирина Ткаченко следит за порядком на кладбище более 7 лет. Говорит, в последние годы почтить память погибших горняков к мемориалу приходят единицы. Несмотря на то, что сотрудники ритуал-сервиса регулярно здесь убирают, братская могила все больше приходит в запустение. Производим уборку обязательно осенью, когда опадает полностью листва. И, естественно, в течение периода перед ритуальными услугами, для того, чтобы было здесь чисто. И поддерживаем чистоту в течение определенного периода. Если тут прорастают какие-то деревья, ремонт нужно производить какой-то из организаций. Светлана Бондарева – одна из тех, кто приносит цветы к братской могиле. Здесь похоронен брат ее супруга. Рассказывает, большинство погибших 60 лет назад горняков родом из России, поэтому у их родственников нет возможности следить за мемориалом. Более 8 лет женщина добивается от городских властей реконструкции памятника, но после закрытия шахты разобраться в том, кому он принадлежит, сложно. Со слезами всегда еду оттуда. Я вот приеду, успокою, думаю, да не буду я больше хоть нервы себе мотать, а потом думаю, ну как же так? Ну пока я жива, муж уже ничего не может, и никого больше нет. Ну буду, как на моей совести. Я и цветы сажаю, и поливаю, и убираю, и перед днем шахтера, и летом. Все делаю. Капитальный ремонт мемориала уже запланирован. Здесь поставят новые лавки, заменят забор и положат плитку. Отреставрируют и сам памятник, говорит главный инженер городской ритуальной службы. Пригласим специалистов по художественному оформлению этого мемориала, которые нам как раз и подскажут, предложат свои варианты. Это может быть композиция, кое-где это будет, конечно же, гранит, может быть, где-то другой камень, бетон. Все это будет не один материал, это будет органично подобранная композиция, которая будет отображать полностью направление этого памятника. Начать реконструкцию уже сейчас мешает погода, говорит главный инженер ритуальной службы. К работам рассчитывают приступить в марте следующего года. Сейчас заказана техническая документация, разрабатывается проект, исходя из этого будет уже и смета на выполнение этих данных работ, но по предварительным расчетам сумма будет более 100 тысяч гривен. Закончить капитальный ремонт планируют к концу весны 2013-го, а до начала января обещают полностью расчистить территорию братской могилы от листьев, сухих веток и сорняков. Екатерина Параханяк, Георгий Жилич, «Панорама».